Сегодня в Мариуполе день памяти погибших во время обстрела сепаратистами микрорайона Восточный. У одноименного памятника собрались десятки людей, чтобы вспомнить о трагедии. Ровно 4 года назад российские грады обстреляли жилой квартал Мариуполя. В роковую субботу погибли 30 человек и были ранены 128. От обстрела пострадали 14 частных домов и 55 многоэтажек. Тогда многие жильцы в спешке покидали квартиры, прячась в подвалах, многие уезжали с микрорайона. Позже ОБСЕ установила, что обстрел Восточного был осуществлен именно террористами ДНР. Украина потребовала срочно собраться в Совбез ООН для принятия решения по ситуации в Донбассе. Однако российская сторона заблокировала это заявление.